Дети всегда были самыми надежными объектами для маленьких животных. Организация в Миссури, США, призвала многих детей в возрасте от 9 до 15 лет отправиться в приюты для животных, чтобы почитать бездомным собакам, которые получили травмы от людей, чтобы облегчить их страх перед людьми и помочь им беспрепятственно усыновиться и интегрироваться в их новую жизнь. Семья ребенка также поощряет своих детей больше помогать бедным маленьким животным. Многие дети также дружелюбно показывают свои книги собакам, надеясь использовать такое поведение, чтобы сблизить друг друга. Родители детей считают, что это очень значимая деятельность, направленная не только на помощь животным, но и на воспитание у детей любви и социальной ответственности. И они никогда не беспокоятся о том, что плохого в том, что дети остаются с маленькими животными. Маленькие животные не лишены восприятия. Когда они узнают умы детей, они также откроют свои умы и будут счастливо играть со своими детьми, чувствуя, что они не сделают ничего, что могло бы причинить им вред. В приюте сказали, что иногда многие добросердечные дети испытывают глубокие чувства в процессе общения с животными, и многие позволяют своим семьям усыновлять бездомных животных здесь, когда они возвращаются домой. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.